Я надеюсь, что я ращу паралимпийского чемпиона. По крайней мере, со своей стороны я все для этого сделаю. Так у меня день очень насыщенный, как бы. Для меня тренировки по плаванию – это мое хобби, мой спорт. У меня прошли соревнования 22 ноября, вот соревнования здесь. Здесь у меня диплом и медаль за соревнования в Нижнем прошлого года. Уколы делают, да? В основном все очень хорошо к нему относятся. И он очень коммуникабельный мальчик, и тоже не чувствует он себя ограниченным в чем-то. Нет, я себя особенно не считаю. Я всегда во всех этих чемпионатах, да, там во всяких конкурсах участвую. Я мечтаю вот чтобы научиться ходить, как бы, вот. У меня вот сейчас мы собираем ходунки такие специальные, ну, с тормозами, как бы, они на колесах. К сожалению, даже те средства реабилитации, которые нам положены государством, приходится либо очень долго ждать, либо они приходят такие, которые, по сути, использовать нельзя. Потому что делают все по шаблонам, а понятно, что дети все разные, у всех разная степень парализации, у всех разная степень движения. И, конечно, это медицинские препараты. С этим вообще беда. Для меня мама – это очень святой человек, как бы, и очень родной, и как бы я ее ни за что не променял. Операцию мы провели на деньги, собранные горожанами, друзьями, знакомыми. Всем огромная благодарность. Благотворительность – это возможность доказать самому себе, что ты человек. С большой буквы. Пожалуйста, don't give up. Не сдавайся. Because you, though, can... Ну, знаете, я, когда нам позвонили, то, что мы вас приглашаем на встречу, я посмотрела про этого Ника Вучича. Я, честно сказать, я был поражен этим человеком. И Ник Вучич меня подтолкнул на то, что если у тебя что-то не получается, ну, не опускай руки. Надо день за днем пробовать, и у тебя обязательно когда-нибудь все получится, и как бы ты добьешься своей цели.